Привет, Лора. Сегодня 27 апреля, Вильнюс. Карантин продолжается. Работаю на удаленке. И помогает мне работать Тоша, красавица. Вот, любит очень ручки, карандаши, и все надо сбросить. Да, чтоб не мешало тут ей. Ну, думаешь еще, Тоша, сбросить или не сбросить? Решила не бросать, да? Решила, что еще надо. Помогает мне работать. Да. Вот все документы перечитала, пересчитала, скрепочки повынимала. Да, Тоша? С вами была Светлана и Тоша. А-та!